дети тоже поют белорусские народные песни. Вот. Мне посчастливилось так само с самого начала быть в этом коллективе. Я надеюсь, что вам понравятся наши белорусские песни. И первая песня – это песня «Чумацкая». Минуточку. Что означает? По-русски это как? Чумацкая – это по-русски. Знаете, я это чумаки были люди, которые ездили за солью в Крым. Там соль выпаривалась. Они потом на водах возили в Украину, в Беларусь, в Россию. Мы вот сейчас обсуждаем, надо ли нам микрофоны. Да не надо. Мы попробуем. Если будет плохо, мы поем с микрофоном. Извините, мы так долго ждали, что сейчас очень волнуемся. Абсолютно легко. И, кстати, там ближе к концу мы попросим вас нам помочь. Это пока секрет. Так что будьте готовы. Вымае половоя, дай чаго ж вы с пахмурне эля. Чому тебе молодые девки?
сердце мое. Аллилуйя, моя, сини очи твои, я тебя меня бачу, память сердце мое. Пульку запьялися б я клопать на печи, а ты мне все кажешь, что я не до речи. Аллилуйя, моя, сини очи твои, я тебя меня бачу, память сердце мое. Валентина Шевченко проспевает вам осеннюю песню. Thank you.
меня лучишь. Жозня, любы, мне разлучишь. Ой, ти ты трапиш, ти ты не трапиш, одно мое житё стратишь. Ой, ти ты трапиш, ти ты не трапиш, одно мое житё стратишь. Прошу Игоря и, может быть, еще кого-то раздать эти инструменты. Это шумовые, очень легко, так что, пожалуйста. А пока они будут раздавать инструменты, я вам вот что скажу. Во-первых, мы всегда открыты, то есть любой человек может прийти к нам и петь с нами песни. Пожалуйста, мы занимаемся по вторникам в Белорусском центре. Если кого-то интересует, потом подойдите к нам, пожалуйста. Второе объявление. У нас есть рождественская программа, ну, колядки. То есть очень интересная, со всякими персонажами, с медведем, с козой. Она такая очень зрелищная. Если кто-то из вас хочет, например, пригласить нас в какой-то там корпоратив или еще куда-то, она есть в двух вариантах. Есть английский вариант, есть белорусский. Так что, пожалуйста. И вот, например, в прошлом году мы выступали, это уже этот был год, в начале этого года в «Удивительной кошке» мы выступали. После концерта к нам подошла ко мне одна очень милая женщина и говорит: «А можно я буду тоже с вами петь?» Я говорю: «Пожалуйста». И вот она стоит на сцене. Это ее первый концерт. Значит, песня эта у нас, как вы поняли, она будет такая веселенькая, под фонограмму. Там будет припев: «Ой, жаль, жаль мне буде, возьмут я ей люди, возьмут я ей люди, а мне не буде». Вот там, когда припев, пожалуйста, хлопайте, звените, все под музыку. А там, где запев, там уже дайте нам попеть, а то вы слов не услышите. Припев можно подпевать. Я крик.
концерт мы хотели бы песни про то, что нам всем надо держаться разом, вместе. И тогда все будет хорошо и все получится. У нас здесь есть София.